Вот мы идем на пляж Солнечный. Тут парк имени Анны Ахматовой теперь. И он, да, теперь просто так не поездишь. Теперь наконец сделали все. Российская власть сделала, чтобы тут машины не гоняли. Это вообще называется не только парк, но еще и сквер. Сквер Анны Ахматовой. Дорога теперь вон какая. Все дорожки плиткой вымощены. Фонарики кругом, фонари. Вон, там тоже скамеечки, все культурно. Ты меня снимаешь, что ты в парке снимаешь? Ну, видишь, а раньше здесь гоняли, помнишь, эти машины здесь бешеные, да? Давай меня снимай. Видишь, что здесь? Вот Серый идет, Санечка рекламирует Госсибтранскомбанк. Ты слушаешь меня или нет? Слушаю. Вот, раньше здесь был ремонт, так что с нами можно проделать до самого пляжа. Ты слушаешь меня или нет? Слушаю. Сейчас вот надо заснять этот камень памятный. Вот написано сквер. Имени Анны Ахматовой. Пошли дальше. Да. Кто торчал? Пойдем на главную дорогу. Я знаю, что он у входа был. Двигаемся. Вон там уже Херсонес виден. А море вдалеке. Не шупы, неспокойно, Дима. Да не, море нормальное. Море видно уже. В общем, буквально за год, мы были в 16-м, здесь все кардинально изменилось. Кто вот сейчас покажешь поручник. Кто здесь стоит, был, не узнают. Меня только рука дрожит. Понеси-ка, Серега, двумя руками. Для стабильности. Ну скажи, ты что там поручни. Ну я же еще иду, поэтому. Еще больше, наверное, дверь посмотреть. Ну прямо дойдем. Сейчас надо эту площадь. Сейчас снять. Меня Саня снимет, как я пройду с пирса. Нет, сниму я. Я лучше сниму. Вы с Саней тогда поплавайте первыми, а я сниму. Телефон мой где? В этой же. Надо взять. Так, футбольное поле, площадка, которая была. Бабки взял мои. Да. Которая была раньше там. Теперь она. И вот переделали все. Теперь оно здесь. Димка, и теннисному корту капец. Теннисный корт там дальше, я тебе говорю, новый. Вот здесь теперь этот пляжный футбол. На песочке. Вот тут. Вот. А, это не получится. Тут надо. Вот тут. Переграют пляжный футбол, переместили налево. Вот там мужички уже тренируются. Только, а, трибуны тоже там маленько есть. Он длинный. Маленько сделали трибуны. О, смотри, как лапиться, народу мало. Тут теперь городок детский сделали слева. Слева детский городок. Саня, ты Алиску сюда водил? Ты видишь, какой городок хороший? Ну, когда я, вот этого я еще не водил. Так надо ее сюда привезти. Ты видишь, тут теперь сколько? Артиль для детей. Ты посмотришь около ее дома. Не хуже, чем этот? Ты посмотри, как мало народу. Отлично. Так, а вот здесь теперь такая стала огромная площадь. Ворот уже нет, как раньше было, на вход в пляж. Теперь здесь огромная площадь, вся покрытая плиткой. Плитка, она, конечно, красивая, но есть недостаток, что она раскаляется так, что Серега, например, обжег ноги. А я в районе 3 часов, когда она так раскалилась, я просто не мог больше нескольких секунд на ней стоять. А Серега вчера ноги обжег. Он там Херсонес. А? По левой стороне пустые. Ну вот там, на горке. Да. Ну там сейчас они кое-что сделали, там какой-то амфитеатр такой. Вот теперь много раздевалок. Пирсы вторые этажи убрали. Серега хотел нырнуть со второго этажа, но теперь не получится. Теперь он идет в раздевалку, да? А помнишь, здесь горка была, что прямо в море ты понес? Да, теперь такого нету. Вот, короче, вон там шахматы такие огромные. В них играют. Там какую-то арку сделали такую. Короче, вот теперь пляж Солнечный круто изменился.
Серега уже в раздевалке, я тоже сейчас иду, пока мы съемку приостанавливаем. Вторые этажи везде поубрали, все теперь так. Но так тут все культурно. Вон Саня там у нас плавает. Не решился он сегодня головой нырнуть. Так, вот там на той стороне Нахимовское училище. Та сторона тоже маленько изменилась. Раньше там был в два этажа пирс. Теперь только один остался. Вон там сделали такую типа концертной площадочки, амфитеатр. Там какие-то концерты бывают. Вот в целом теперь пляж Солнечный выглядит таким вот образом. Мы пришли рано, 8 утра, вообще так народу много бывает. Кто там у нас серый подступает? Ой. Давай еще на камеру сниму. Че? Как ты ныряешь? Не, давай еще ничего у тебя сниму. Че, Саня, головой не решился, да? Так, Серега пошел на прыжок. Видите, ну вот эту территорию у нас первозданную, да?